Завтра Чувашия присоединится к Всероссийскому субботнику, посвященному городской среде и экологичному поведению. Он приурочен к предстоящему запуску по всей стране онлайн-голосования за объекты благоустройства. Жители республики приведут в порядок дворы и общественное пространство, вымоют скульптуры и малые архитектурные формы, покрасят лавки, цоколи, если позволит погода, высадят кустарники и цветы. На интернет-ресурсах 24 апреля будут открыты онлайн-лекции, пройдут обсуждения по вопросам благоустройства и экологического воспитания. Субботник пройдет во всех муниципалитетах. В Чебоксарах начало запланировано в 9 утра на площади Победы и в 10 утра в Дубовой роще.